Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, она достаточна. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. Нарушаем, значит. Так сказать, бросаем вызов. Мы ничего не бросаем. Просто идем. Очень интересно. А куда идем? Русский танк застрял в воротах цирка. Ни сюда буквально, ни туда. Маловато танку эта дырка. Он застрял. Ну, прям-таки беда. Шпрехшталмейстер нам сказал, усатый, что с директором нам Богом дан. Мол, в воротах цирка танк носатый нарушает выверенный план. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Что директор танк накажет строго. Дуло ему длинное загнет. А пока закрыта в цирк дорога, в Питер он садится, в самолет. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Все они понимали. В том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе. Все вернулись. Танк когда уехал. Цирк ворота разворотив. Шпрехшталмейстер нам тогда усатый говорит, хошь верь, а хошь не верь. Тот в воротах цирка танк носатый, дрессированный и добрый зверь. Он слонам подобен и медведям. В нашей труппе он служить бы рад. Мы его отправили к соседям, так как наш укомплектован штат. Однако организаторы мятежа, предав свою страну, свой народ, предали и тех, кого втянули в преступление, лгали им, толкали их на смерть, под огонь, на то, чтобы стрелять в своих. Русский танк застрял в воротах цирка, ни сюда, буквально ни туда. Маловато танку эта дырка, он застрял. Такая вот беда. Благодарю тех солдат и командиров группы «Вагнер», которые приняли единственно правильное решение. Не пошли на братоубийственное кровопролитие. Остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами. Что? Либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Колонны развернулись назад и ушли в полевые лагеря. Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации. В этом цирке мы застряли тоже. Нам присуща конформизма прыть. На ручных мы пуделей похожи. В общем, все равно, кому служить.